Всем привет от сонного Кузьки. Время 20 минут 11. Вот только выгнал на улицу. Гулять вообще не хочется. У нас прохладненько, да, Кусь? А я хожу груши дегустирую. Моя зайчка. Да, ну просыпайся. Ну просыпайся. Да. Маленькая вреднюга. Да. Вчера выезжали. Я Кузе иногда покупаю, да, какую-нибудь или самсу, или что-нибудь. Пеложок я называю. Да, вот, сразу облизывается. Пеложок — это вообще хорошо. Мама, это я люблю. И думаю, дам я ему сейчас пеложок, чтобы он его на улице съел. Кузя с рыком взял пеложок, убежал домой и кушал дома. Моя ты зайка. Да. Ну, не пласнулся еще никак. Ну, никак еще. Что-то я никак не пласнулся. Да. А у нас градусов 20, наверное. Хорошо, прохладненько. Да, Кузь? Мама начала чесать. Но пока еще тут, конечно, работы. Работы тут. Вот тут очень еще работы много. Да, Кузька? Да. Да, может быть, сегодня еще почешу тебя. Ой, ты моя зоечка. Вот. Кузь, а ты щекоточку боишься? Щекоточку тебе щекотно будет? Щекоточку. Щекоточку. Мам, не трогай. Ну вот. Вообще Кузю сломала. Сломала вообще. Вот теперь чеши. Как хочешь, теперь меня подымай. Кузь. Кузя. Чего ты там проверяешь? Да. Чего ты там нашла? Пошли походим. Пойдем. Пойдем груши дальше пробовать. Там вообще ничего не трогала. Груш у нас. Ну, завались. Вот эти уже готовы, сладкие. Вкусные. Огромные висят. Да. Прям сладкие-сладкие. Вот. Вот эту попробовала. Она немножко с кислинкой. Но тоже уже готова. Потому что вот эта прям совсем мягкая. Такая. Ну, на любителя. Вот эту не пробовала, в меня уже не влезает. Уже больше ничего не хочется. О, опять осы. В общем, рвать нужно очень крайне аккуратно. Да, груш много висит. Компотиков немного позакрывала. Больше мне ничего не хочется закрывать. Лень. Да, вот с этих вот. Самый вкусный компот. Ну что? Кусь, ну ты идешь или нет, а? Может быть, даже кизил закрою в этом году. В том году просто компот сварила. Ничего не закатывала. Так. Ничего не закатывала. Кузя, ну пошли. Ну, Кусь. Кусь, ну хватит лежать, а? Ну, по-моему, к дому опять направился. Понятно. Ой, лентяй. Ой, лентяй. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь у нас Антоновка. Антоновка вообще шикарная. Прям желтеет уже. Наливается. Крупные какие яблоки. Прям огромные. Да, так и хожу с грушей. Откусила. А вот это вот наша грушенька, которая маленькая, дала всего две штучки. Вот одна, а вот вторая груша. Ну ладно, значит две. Ну что теперь делать? Так, что у нас еще? Что у нас еще здесь новенького? Ой, Антоновки много. Наверное, нужно будет капусту квасить. С Антоновкой. Так.
Ой, гортензия прекрасная какая. Красивая. Правда? Ой, какая красота. Ой, какая красота. Да. И всю какую пересаживали. Вся-вся-вся. Вот даже малюсенькая. Вся прижилась. О, Егинович идет. Да все знают уже, что ты спать хочешь. Мог даже и не зевать. Все знают. Да. Не-не-не, пошли походим. Пойдем. Сейчас. Ой, я еще до кур не ходила. Но я, правда, им вчера на ночь кашу поставила. Поэтому у них там и вода, и каша все есть. И прохладненько. Ой, сколько яблок. Да. Яблоневый спас был. С праздником вас. Ой, вот эти можно уже собрать. Уже просто яблони, уже их просто скидывает. Да. Красота. Это яблоня. Очень вкусные яблочки дает. Я не знаю, как у кого. Ой. Вот гортензия теперь уже другого цвета. Такая уже осенняя. Сейчас на лавочку встану и покажу вам бересклет. А за ней стоит бересклет красивый. Да? Уже начинают краснеть листья. Ну что делать? Осень наступает. Скоро осень будет. Да. Это тоже розовеет. И это тоже красота какая. Кузя забыл, куда шел. Вообще парень спать хочет. Да, а мама... А мама тут прям вообще стоит, ждет, когда я кур выпущу. Да. Ежевики, ну, завались. Хожу так по чуть-чуть, рву, в чай добавляю. Поэтому... Ой, помните, мы с вами ставили, я вам показывала, помните? И вот прям вот такое вот это, там и мухи, и шершни. В общем, народ налетает. Вот, голубики. Голубики очень много. Ну. Ой. Это для меня больной вопрос. Голубику сажала для сына. Я ему сказала, что посажу ему плантацию. Но пока нет возможности у него есть эту голубику. Так. А у меня, между прочим, я хотела показать, еще висит красная смородина. И я ее даже не собираюсь обрывать. Я так хожу, на чай собираю. Вот. Что вам еще показать? Что вам еще показать я хотела? Ой, огурцы надо оборвать, там, наверное, гиганты висят. И в этом году будет очень много. Ну, очень много. Барбариса. Это прям вообще такое огромное количество. Приезжайте, я вам барбариса нарву осенью. Ой, я такое количество вообще не видела. Красота какая. Кусь, ты спишь? Ты спишь? И здесь тоже груш много. Ой, прям ветки клонятся. Так, ну что, девчонок выпустить? Сейчас выпустим. Да. Сейчас я вас выпущу. Выходите. Кашу съели? Ну, какие молодцы. Вы так хорошо позавтракали, чихуля. Да. Ну, к вам не буду заходить. У вас там все хорошо. К вам не буду заходить. Знаете, вам грушу. Кстати. Знаете, вам грушу. Вкусная.
Это как называется? Ну и ладно. А вон еще салатиком вчера срезала. Да. Ну ладно, ладно, я поняла. Да, да, ага. Я поняла, не проснулись еще. Малины у нас тут заросли. И я смотрю, малина, вон крупная появилась. Да. Надо обрывать листья. Собрать малинку. Тут разговаривает. Вон оно чего. Но... Кузенька, сынок, ты куда пошел? Ты там заблудишься. Кузя, я ушла. Кузька. Кузь, выходи. Чапуль. Там Кузь куда-то пошел. Вас направился. О, одна звездочка уже куда-то пошла. Да. Вот. Ой. Ну что? Домой? Да? Домой идем? Паровозик-то пыхтит, идет. Кузь, ну ты уже давай завязывай курить. Уже надо как-то завязывать. Да. Домой, Кузь? Ага. Что-то мне кажется, что здесь закрыто. Я же ездила мусор выбрасывать. Тут закрыто. Сынок, надо с той стороны идти. Я не здесь выходила. Пошли с другой стороны. Пойдем. Я здесь еще не открывала. Пошли. Здесь закрыто. Пойдем. Давай. Ну, пошли. Не? Ну, пойдем там тенек. С той стороны пойдем дома. Кузя. Ой, ступеньки все обвалились. Ступеньки обвалились. Иди давай догоняй. Иди сюда. Пойдем с этой стороны. Иди сюда ко мне скорее. Ко мне. Пошли с другой стороны. Ну, Кузя, ко мне. Ты моя злая идиот. Бежит. Ой. Почти проснулся. Пойдем с той стороны зайдем. О, Галина, какая красивая. Какая, ну прям уже осенняя. Да. Ого, виноград тут как пополз. Вот это да. А есть что-нибудь интересное? Есть, висит, вон вижу наверху. Висит, что-то есть. Что-то есть. О, висит. Да, тут, наверное, тоже что-нибудь есть. Ладно, не буду Кузю мучить. Так, кто-то ходил. Пошли, пойдем, не стой. Тормознулся опять. Догоняй, Кузька. Так. Ух, Чиф как далеко поет. Тут киви дофига опять будет. Идет. Пошли домой. Пойдем. Запущу. Вот прям домой это вообще прям. Это такое слово хорошее. Да, Кузя? Прям вообще хорошее слово. Уф, Локсик, какой нежненький. Это прям вообще хорошее слово. Домой. Пошли. Ну все. Ребята, хорошей вам недели. Побольше позитива, мира, добра и любви. А пока.